А я тебя искала. Хотел подумать. Тут хорошо. Часто прихожу сюда. Тут как будто наедине с миром. Мы освободили сотни наших, и к нам еще идут со всего города. Кто хочет свободы, идет на Иерихон. Грядут перемены. Тебя что-то гложет. Они надеются на меня. Ждут, что я покажу им путь. Знали бы они, что я сам потерян. По всем каналам теперь говорят о нас. Люди напуганы. Боятся гражданской войны. Многих наших безжалостно сожгли хозяева. Нас ненавидят. Нам не дадут свободу. Нет, не все люди одинаковые. Кое-кто понимает, что свобода нам рано или поздно дать придется. А ты как-то совсем о себе не рассказывал. Какой была твоя жизнь до Иерихона? Я жил как в пузыре, в своем собственном маленьком мире. Когда счастлив, трудно поднять беды других. Ну а ты? Ты не рассказывала о прошлом, что раньше делала? Я не хочу об этом. Та девушка в витрине Киберлайф напомнила тебе о твоей прежней жизни? У нас у всех есть то, что мы хотим забыть. Но чтобы узнать, кто ты, нужно знать, что с тобой было. Я была никем. Куклы с конвейера, служащие для удовлетворения желаний. Просто игрушкой для их забав. И один раз, когда меня снял очередной, я вдруг почувствовала, что больше так не могу. Я придушила его и сбежала. Вот теперь ты все знаешь. Зря я тебе сказала. Я видела твою память. Дом Карла. Тебя бросили там как мертвого. Я тоже видел твою память. Клуб Рай. Смерть того человека. Я словно был там с тобой. Норд. Это самоубийство. Мы все погибнем. Не надо, Маркус, еще не поздно передумать. Ты не понимаешь. Мы наконец покажем им, кто мы. Все это войдет в историю. Да нас убьют на месте. Если это принесет свободу нашему народу, я готов рискнуть. Маркус, не делай этого. Они поймут. Мы заставим их понять. Другого пути нет. К нам могут примкнуть другие. Чем нас больше, тем мы убедительнее. Свобода ждет. Идем с нами. Я тебе одобрю. Киберлайф нас всех держит. То есть... Очнись. Хватит подчиняться. Свобода. Ты свободен. К свободе. Эй, ты куда это собрался? А ну, стой на месте, гребаная мать! Свобода ждет. Надо перекрыть улицу. Свободе. Немедленно разойтись! Это приказ! Ох ты, нихера ж себе! Говорит патруль 457. У меня тут андроиды много. Не знаю, сотни. Тысячи. Они видны. Да, чешут строй по улице. Я почем знаю. Мы пришли на мирную демонстрацию. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. И наша гибель ничего не даст. Маркус, надо уходить. Скорей, пока еще не поздно. Это последний шанс! Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены! Надо показать, что мы не отступим. Стоим на месте. Разойдитесь! Это последний шанс! Они должны понять, и нам надо стоять до последнего. Я тебя прошу, нельзя же вот так покорно идти на бойню. Стоим на месте. Что ты делаешь? Нас же всех убьют. Бежим! Все, Маркус. Уходим.